Всем привет, с вами канал Артмани, я Тапин Наталья, мой зимулька, сыночек. Вышел Дима погулять опять в среду. Мы пойдем за детским питанием, поскольку в Пятерочке у нас скидка 10%. Да, скажи, за творогом пойдем мы. Вот, гуляем сейчас в таком месте. Здесь полянка, выгуливают. Когда мы переезжали, хотели переехать вот в этот дом, потому что тут так тихо, здесь такой скверик какой-то небольшой, просто вот между домами находится. Вот, но там довольно дорогие квартиры, и у нас просто не получилось. Я нашла потом ту квартиру, в которой мы живем, и просто в нее влюбилась, туда захотела, и вообще классно. Вот. Сейчас мы идем с Димулькой в магазин. Хочу купить фарш. Посмотрим, куплю его или нет. Потому что время уже обед, а они обычно уже с утра. Его заделывают, его раскупают быстро. Потому что там очень вкусный. Вот, я хочу куриный купить. Сделать котлетки куриные. Вот, потом погуляем еще немножко, поболтаемся где-нибудь. Потом в Пятерочку, наверное. И в Фикспрайс сегодня пойду. Сегодня у нас почти середина месяца, даже чуть побольше. Хочу пойти в Фикспрайс. Вот. Вот здесь так красиво. Здесь зимой очень красиво. Листочки. Какие листочки, боже мой. Какие они классные. Смотрите. Какие классные листочки. Вот в том доме мы жили до этого. Здесь такая крупная развязка. Всего много. Здесь вот рынок. Здесь вот этот вот долгострой. Он стоял как долгострой почти 20 лет. Я про него читала. Многие люди просто не дождались своих квартир, скорее всего, я так думаю. Но я видела, как они получают ключи, документы, ключи. Вот, это очень обидно на самом деле. Вот, и строить его начали буквально позапрошлом году, перед чемпионатом, зимой. Вот, сначала я думала, что это строить начали сами жить. Сами те люди, которые купили изначально, но нет. Здесь, кстати, вот тоже лесочек есть. Сейчас я вам еще лесочек покажу. Вот он долгострой. И он стоит довольно близко к дому. Там немножко затемняю его. Хотя с этой стороны не видно. Но до этого я там была, было очень темно. Потом мы с вами туда зайдем, когда там построится все. Такой вот он красивый. Многоэтажный, не помню сколько, больше 9 этажей. Ну да, тут значительно больше, 15, что ли, не помню. Очень красиво. Смотрите, с этой стороны, какой он красивый. Он, кстати, очень выделяется среди остальных домов. Вон там дом строится. Вот он строится. Там построенные уже. Здесь тоже построенные. Очень красивый, очень яркий такой. Вот, кстати, лесочек, который сейчас мы с вами пойдем. Лесочек. С виду он такой, это, тоненький, такой худенький, там мало деревьев, да? А вверху, смотрите, как. Сейчас мы его пойдем с другой стороны, будет еще красивее. И опять этот дом, он очень красочный. Зимой, когда все белым-бело, смотрится просто шикарно. Вот. Здесь вот как красиво стало, здесь все почистили. Все всякие кусты здесь были, все поубирали. Сейчас мы с другой стороны посмотрим. И, конечно же, этот лесочек.
Сквозь машину не так видно, конечно, но в принципе немножечко видно, что он такой дремучий, он такой черный, темный, такой красивый. Зимой тоже очень красиво здесь. Здесь тоже очень красиво стало. Здесь большие свечки, дома уже давно стоят, построены. Ну, не знаю, в каком году. Вот. Кустик с цветами. Здесь такой кустик. Вот здесь есть маленький домик. То, что я вам хотела как раз показать. В этом скверике. Зимой мы с вами сюда пойдем гулять. Вот. Кто нас часто смотрит. Вот он, этот маленький скверик перед домами. Ну, здесь очень шумно квартиру покупать. А вон там есть домик. И зимой его будет очень заметно. Очень-очень-очень красиво. Там будет просто шикарно. Вот. Такой скверик возле гаражей. Конечно, немножко страшновато, то, что около гаражей. Вот, одна здесь первый раз гуляю. Обычно с мужем. Хотя нет, вру, второй раз. Один раз я тут проходила. Обычно я по другой дороге хожу. В следующий раз, кстати, с вами пойдем за фаршем. И пойдем, наверное, по другой дороге. Я хочу вам показать другую дорогу, очень красивую тоже. Вот. Не буду рассказывать про нее. Здесь полянка. Здесь вообще так классно. Какая-то рябинка или что-то. А, нет. Какая-то, нет, не знаю, что-то красные ягоды какие-то. Боярышник, что ли? Маленький слишком. Калина, может, какая? Калина, наверное. Вот. Там цветочки растут. Короче, пришли мы домой. Только сейчас вернулись. Побывали мы в Пятерочке. Вот то, что сейчас видите на экране, мы купили в Пятерочке за 350 рублей. Минус 10%, ой, 10 рублей скидка была за то, что я с ребенком. Вот я сейчас вот думаю, а стоило мне вообще с ребенком идти именно в среду в магазин? У меня всего лишь минус 10 рублей. Хотя скидка 10%, мне казалось, что 10% скидка это будет довольно много. Там, ну, не знаю, рублей 30. 30, наверное, ну не знаю. Вот, плюс к тому же я еще там чуть не уронила телефон, его фактически поймала на лету там. Блин, у меня аж прям так трясти, такая злость была. И бонусов у нас сегодня вот видите, 340 рублей, 340, 10%, минус 10 рублей, вернее, скидка была. Вот, 46 бонусов нам всего лишь начислили. В прошлый раз мы ходили, нас было побольше. В прошлый раз нам 320 бонусов начислили, а в этот раз всего лишь 46. Вот он, телефон. Вот, 320 в прошлый раз, 12 сентября мы ходили, а в этот раз 46 всего лишь. Вот. Ну, в прошлый раз мы на 444 рубля накупили, в этот раз на 340 рублей. Вот, ну как-то так. Купила я вот такое тесто. Не знаю, хочу заделать, может быть, слоеные печеньки или что-нибудь такое. Не знаю пока. Вот, купила я Диме творожок здесь. Мы едим творожок каждый день. Вот. Купила я вот такой вот биолакт без сахара. Там, кстати, были с сахаром, но я купила без сахара. Сейчас, кстати, по ценам скажу, как там было. Так, сейчас я. Так, ряженка вот у нас стоила 41 рубль. Вот она. Решила ему ряженку взять. Вот. Ну, вот, в принципе. Биолакты, по-моему, за... Да, они вот за 29, за 30 рублей, а эти по 25 рублей. Вот это 60 рублей стоило. Ну, короче, как-то так.
Вот, также зашла в мяснушечку. Я купила фарш куриный. Хочу сегодня заделать котлетки на пару. Вот. Купила куриные спинки. Я из них обычно суп делаю. Причем, кстати, интересно, так они у меня сумка висела у меня сзади на коляске. Дима туда всунул руку, буквально достал их просто и едет по дороге их месит. Месит их такой. Вот, а я вижу, краем глаз, какой-то мешок у него в руках. Не пойму, что там за мешок. Думаю, где он успел его взять уже? Смотрю, ба, не пойму, мясо что ли. Отбираю, ба, действительно, кусочки мяса. Он их уже переминает. Ну, как он их достал, я не представляю. Вот. И купила творожок, но купила его магазинный. Поскольку на рынке у нас в этот раз не оказалось. Видимо, в пятницу надо идти на рынке, чтобы именно такой, знаете, для еды, чтобы нам с мужем покушать что-то. А это я купила его для готовки. На 140 рублей стоит, 9%. Вот. Не знаю, как, какую-нибудь вкусняшку будем с вами делать. Не знаю пока еще какую. Ну, посмотрим. Не знаю, может, слоеное тесто вместе с творожком вот сделать что-то такое. Или, не знаю, если мне хочется отдельно сделать, скорее всего. А это отдельно. Вот. Такие у нас покупки. Смотрим дальше, что будет. Решила, короче, я себе яичницу здесь пожарить. Вот, потому что очень голодная. С утра мы с Димой пошли гулять, я была голодная. Дима покушал, я нет. Вот, я не стала кушать. Думаю, сейчас быстренько сбегаем. И все. Вот, хочу помидорки прямо обжарить как следует. Чтобы они не были сырыми у меня. Вот такой. Не знаю, мне до этого не получалось никак. Вот. Здесь, кстати, у нас лимонад. Я делала. Здесь остались эти... Сейчас покажу. Лимоны с апельсинами. Их это, смотрите в предыдущем ролике, как я делала. И у нас еще вот тут боярышник сохнет. А нижний ряд уже высох. Их сейчас надо местами поменять, чтобы они все сохли. Вот. Не знаю, видимо, я не дожарю. Вот обязательно, как только начинаем снимать, сразу подъезжает машина с громкой музыкой, и там все играет. Так. Надо, наверное, всю эту крышку накрывать, чтобы они это чуть-чуть поджарились. Ну ладно, я думаю, они поджарились. И мы сейчас выливаем желтки. Такие, я решила, короче, там 4 штуки осталось. Я хотела 2 сделать, но смотрю, тут еще 2. Думаю, куда они останутся, не знаю, думаю, сколько они будут лежать. Короче, съем. Короче, мы их выливаем вот сюда. О! Вот такой у нас получается. Один желток все-таки не выдержал. Был первым, наверное. И лопнул. Вообще, если честно, я не люблю, когда желтки лопаются. Я люблю, когда они целенькие. Как там, по-моему, это глазури называется, да? Вот. Ну ладно, она пока у нас готовится. Я вам покажу потом, какая она стала. Ну, вот такая у меня яичница получилась. Вот, вкусненькая такая. Тут, кстати, вот он лимонад, немножечко он желтоватый. Я вам про него говорила в прошлом видео. И тут, кстати, хлеб. Хлеб домашний, это мой ржаной хлеб. С черной корочкой, как положено. И вот семечки, вот они видны. Сейчас я буду кушать. Пожелайте мне приятного аппетита. И продолжим с вами дальше. Давай. Вот он. Дима нагулялся, поспал. Выспался, наверное, за несколько дней, да? Короче, наступил у нас вечер. Я готовлю ужин. И решила я начать с теста. Такое тесто попало. Оно уже у меня разморозилось.
И решил я сделать из него... Одну сделаем как на картинке, а одну сладкими. Давайте так. Так будет лучше, потому что мне и такую хочется. Так, сейчас я те порежу, сделаю сладкими, чтобы мне их тут порезать. Не хочу пачкать просто доску, ничего такое. Вот так мы их режем. Вам видно? Видно вам там. По-моему, только опять пожелтело, что ли, все. Вот. Так вот. Я их, кстати, раскатывать не буду, потому что я по своему опыту уже знаю, что ее раскатать, она не будет такая слоеная. Да, она уже такая здесь мокрая. Кстати, у меня вот здесь вот коврик силиконовый. Он из Фигпрайса. Я много о нем отзывы видела. Не читала, я видела отзывы. То, что у людей корежится он. Но нет, вот он у меня абсолютно ровненький. На нем я пеку уже раз третий-четвертый, наверное. Вот. Не знаю, мне нравится. Вообще очень люблю силиконовые вещи. Всякие предметы силиконовые, которых можно спокойно печь. Напишите в комментариях, что вы готовите из слоеного, бездрожжевого теста. Ну вот, поэтому посластим сразу. А там уж как будет. И положим все это туда. А, забыла показать, да? Вот такие вот они. Немножко камеру подвинула, вам видно, вот они готовятся. Стиральная машинка сразу стала видно. И, в принципе, кусочек меня. Тут цветы, вам не видно хорошо. Так, берем две помидорки, нам понадобится. Майонез нам понадобится. И зелень. Зелень я посыплю сверху. Так, тут же сразу нашелся мой любимый ножичек. Я его обожаю, вообще прям мой любимый. Мы ее с вами поделим на 4 части. У меня уже неровно. Ну ладно. Делаю 4 части. Вот. Чуть-чуть их приминаем, чтобы у нас получилось, как вот... не видно. Как готовил, наверное, кто-нибудь ватрушки. Кстати, у меня скоро выйдет ролик, как я готовила ватрушки специально для вас. Там тоже немножечко приминается, чтобы вглубь немножко положить. Там клала я творожок. Здесь мы с вами сейчас будем класть майонез. Положим. Туда мы кладем майонез. Так, сейчас еще вот тут посерединке. Сюда мы кладем майонез. Сюда майонез. Сюда. И сюда. Мы все это ложечкой посерединке выравниваем. По всей длине я не буду. Посерединке попробуем сегодня. А в следующий раз попробуем по-другому. Теперь берем помидорки. Попки класть я, наверное, не буду. Нам помидорки сейчас еще, кстати, вам с нами, нам с вами, да, все правильно, понадобится сейчас еще. Мы сейчас с вами будем еще продолжать готовить ужин. Так, кладем помидорку. И так. Сюда вот помидорка. И сюда. А так еще можно туда сверху сыр положить, это все растекется и будет прям вкусняться. Так. А сейчас мы с вами, пока тут все запекается у меня. Оно должно, кстати, до золотистой корочки. Ну, там, я думаю, минут 10, наверное, будет достаточно. Эти пока полежат. А мы с вами сейчас будем делать куриные котлетки на пару. У кого-то, может быть, есть пароварка, а у меня в мультиварке есть Блин, короче, поняли, откуда пар идет. Кто часто меня смотрит, они знают, что я готовлю в основном в мультиварке, потому что мне так удобно. Вот, на газу мне неудобно. Вот, поэтому будем делать там.
сейчас я все приготовлю, наверное, и вам расскажу, что понадобится. Ну вот они уже подготовились у меня. Прошло где-то минут 10, наверное, с чем-то. Поскольку у меня стоял на 200 градусах, я сейчас сделала побольше, 250. И они сразу такие уже немножечко потемнели такие. Сейчас я их выключаю. Вот, и вынимаю. Пока туда выну, сейчас немножко они остынут, а мы с вами сейчас займемся фаршем. Будем делать куриные котлетки. Я уже тут, смотрите, поставила свою форму. Здесь вот, ну, как она, пароварка. Пароварка, да. Так, вот здесь вот у меня куриный фарш. В него мы... Сейчас руки мои высохнут. Пока сухие руки, короче, мы в него кладем наши специи. Пока я не забыла, иначе я могу забыть. Вот, здесь у меня специя для мяса. Я ее всегда использую. Но обычно я люблю на курочку ее сыпать. На курочку вкуснее. Кладем вот где-то щепотки 3-3,5. Вот. И сюда еще мы кладем от укропа. Семена укропа, да. Называется правильно. Так. Также сюда мы кладем. Я, знаете, долго думала, с чем мне сделать. Обычно я делаю... У нас есть дома... Почти не бывает. Поэтому я делаю их также вот специи и кефир. Ну, кефира дома тоже нет. Поэтому я решила сделать с помидорками. Вот те попки, которые до этого мы не покрошили, мы их будем крошить сюда. Вот. Сколько у нас там уже? 2 помидорки было. Сейчас мы их положим. Я думаю, наверное, 2, может быть, будет достаточно даже. Сейчас попробуем. Та же зеленушечка. Сюда укладываем зелень. Вот они. Вообще классные. Смотрите, они так блестят классно. Переливаются, как зимой снег, как будто. Кстати, вкусно, можно будет попробовать еще. Ну, вот, в принципе, о чем я вам говорила. Они съезжают у меня. Надо все это делать сразу. Так. Потому что реально съезжает. Помидорка убегает. Всячески пытается она убежать. Поставила я их минут на 20. И будем сейчас мешать с вами фарш. Надеюсь, что за это время никто не придет. Не... Потому что я не люблю, когда ток вот всегда в таком подлости. Вот только начинаю мешать, и звонит телефон, звонит домофон, в дверь, кому-нибудь что-то надо. Вот всегда это закон подлости. Вот. И руками. Кто-то, может быть, ложкой. Мне руками удобно. Все это перемешиваем. И формируем. Помидорку мы стараемся вложить в серединочку. И вот тут выкладываем. Смотрите у меня ролики предыдущие. Там как мы гуляли, на площадь Славы ходили. Вот, на ипподром ездили. На ипподроме, кстати, интересная ситуация произошла. Мы с мужем зашли в магазин. Муж выбирал кофе, а поскольку до этого он по большим гипермаркетам он у меня не ходит, только супермаркеты, вот, он не знает, что такое там вот на столбике вот этот вот штрих-код, когда подносишь и узнаешь цену. И как раз я только выключила камеру, и он подходит к женщине, мол, а почем здесь кофе, сколько оно стоит? Она, это к вам надо к столбику. Какому столбику? Я еще сама так стою, думаю, столбик. Но я сразу поняла, что это такое. Столбику. Пошел искать столбик. Говорит, ну вон столб, вон столб. Говорит, что мне к нему подходить-то? Я говорю, ты иди, иди, говорю, вон к тому столбику, говорю, иди, иди.
Он подошел. А, говорит, легко что ли пробить надо тут? Я говорю, да, чтобы цену узнать. Так прикольно вообще. А человек не знающий. Так, у нас тут. А еще в середину будет поместиться. Еще даже на одну партию хватит. Как раз тут 5, 6. Там еще немножечко водички. Какие вкусняшки. Все. Ой, а это что такое? И сладости. Ах ты, мальчишка. А тут что-то варится, да? А тут делается вторая партия, там 3 штуки, это места не хватило. Здесь у нас куриные котлетки с куриного фарша, с помидорками и с петрушкой. Мы все вместе, в принципе, готовили вместе с подписчиками. И здесь вкусняшка. Разогревается гречка. И сейчас Женька будет кушать. Как накладывать тебе? Куда накладывать? Давайте как. И... Женька кушает. Такое огромное, слушай, у меня даже не помещается. Ну как? Очень вкусно. Ты котлетку еще не пробовала. Попробуй. Опять. Так, садись, здесь идешь. Сейчас я не буду. Ну, Натуська всегда готовит вкусно, да? Ага. Да? Да. Еще добавок икрой там. Это мне типа как. Замакивая. Еще добавил дюшес. Дюшес, да. Жень, ты еще дюшес купил. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Артман и я, Тапин Наталья. Скажи пока. Пока, Жень, скажи.